Всем огромный-огромный привет! Меня зовут Анна. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Я очень рада, если вы сделаете репост. А также я буду очень рада, если вы подпишетесь на мой канал Яндекс.Дзен, так как там очень часто бывают какие-то посты, те, которые не бывают на YouTube-канале. Рада каждому новому подписчику. Оставляйте свои комментарии, пообщаемся. И знаете, с чем я сегодня к вам? Я сегодня с распаковкой. Эйвон, у меня пришел заказ, и вы знаете, я очень рада и счастлива, потому что мне кажется, что у меня даже наклюется еще четвертый заказ. Мои клиенты проснулись, потому что Эйвон нас радует скидками. Есть хорошие скидки, есть хорошие предложения, а так как я VIP-платина, и пока что у меня есть классная скидка, я предлагаю своим клиентам. И, кстати, я могу предложить вам купить со скидкой 35% с доставкой в ваш город. Единственное, по предоплате, скорее всего, вы должны будете оплатить посылку, и потом она вам отправится, ну, либо при получении. Но это мы с вами обсудим в личных сообщениях. Если вам интересно, я оставлю вам свою почту, пишите мне под видео. Если вам нужна скидка 35% на заказ от 1500 рублей, единственное, что у вас не будет никаких подарков, но скидочкой вы моей можете воспользоваться. Доставка в любой город России, да. Итак, у меня вышел заказ на 5000, и у меня вышла бесплатная доставка. Я даже забыла, что у нас есть бесплатная доставка. Она автоматически встает в VIP-платине, если заказ набирается на 5000. У меня коробка измазалась, но измазалась она у меня мороженым. У меня сегодня день рождения у моего младшего сына. И пока у меня есть полчасика свободные, потому что вечером мы пойдем отмечать день рождения, я решила снять распаковочку. Так, здесь у меня будет клиентский заказ. Здесь у меня будет пакет-сюрприз. Открывать я его не буду, потому что он на заказ. И, знаете, у меня еще один пакет-сюрприз заказали. Товары у меня идут со склада Москва, московского склада. Я сейчас такого прощупаю. Что там у меня? А, здесь знаете что? Здесь сухие духи, инстаглиц, система для век, крем для век, помада, по-моему, для губ. Ага, ну, в общем-то, вот такая. В прошлый раз у меня были парфюмки Инью, а сейчас вот сухие духи пришли. Ну, наполню пакет сюрприз и отдам клиентке. Система для век уже окупает весь пакет сюрприз. Он стоит 500 рублей, в принципе, и система стоит 500 рублей сейчас у нас по каталогу. Так, поехали дальше. К этому пакету сюрпризу идет еще у нас вот такой пакетик. Так, заказ у меня, хотела сказать клиента, нет, это заказ я для своей дочки. Я положу в подарочек, она очень любит шампунь против перхоти. Это у нас идет новиночка, кстати, с перетеном цинка. Я не знаю, это уже обновленная или не обновленная линейка. Это у меня с перетеном цинка. Надеюсь, дочке подойдет, потому что предыдущая версия нам подходила. Так, освежающее средство для интимной гигиены. Также я взяла себе в запас, так как у меня сейчас VIP-платина, выгодно было брать, почему бы, собственно, нет. Отличное средство, имеет классную, приятную отдушку, да. Клиентка у меня взяла вот такую очищающую маску для подростка, для девочки, у нее дочки-близняшки с экстрактом древесного угля. От пор и от блеска, от черных точек. Матирует, убирает жирный блеск. Угу. Вытягивает загрязнение из пор, как магнит, нам обещают производители. Ну что ж, у нас здесь что-то в составе. Ну, спирта на первом месте нет, и это меня уже радует. Кстати, здесь вообще я не вижу спирта. Вы представляете? Даже какие-то фруктовые экстракты. Слушайте, здорово. Обычно в таких масках я боюсь спирта. Интересно, интересно. Еще и в коробочке. Но ценничек дороговат мне показалось. 399 рублей. Так, что у меня здесь есть еще? У меня заказала клиентка помадку матовую Push Petal. Помада стоит 500 рублей. Клиент полистал каталог и сказал, что ей помада эта нужна даже за эту цену. Сказано, сделано. А вот эту помадку Blossom Pink сейчас мы с вами откроем, потому что она моя. Это помада в оттенке Blossom Pink Ультра. Лимитированная коллекция. А что ты сегодня здесь свет не включила? Чуть-чуть цвета. Смотрите, какая классная упаковка. Белая, летняя, здорово. Я себе взяла эту помаду исключительно из-за упаковки. Смотрится очень классно, да? Смотрите. Давайте посмотрим оттенок. Розовый оттеночек. Она идет у нас просто как атласная. Смотрите, какая прелесть. Ну что, сделаем сводчик. Эту помаду взяла себе. Здесь написано Avon. Пахнет сладко, конфеткой. Очень приятно. У меня сейчас на губах уже помада нанесена. Это у меня нанесена помада Avon, тоже призма. Она уже снята с производства. Оттеночек не помню, перламутровая. Ой, а вы знаете, плотненькое нанесение такое. Смотрите, нанесение-то у нас плотное, даже в один слой. Интересно. А может, мы прям сверху посмотрим вот так? Ну, конечно же, у меня сейчас перламутровая.
классно. Мягенькая такая. Я постараюсь в следующем видео. Слушайте, классно. Мне нравится. Помада сейчас такая, стоит 299 рублей. Вот так. По-моему, классно. Итак, продолжаем дальше. Итак, помадка у меня. Ну, сводчи останутся на руке. Очень приятно на губах, мне очень нравится. Если вы такого цветотипа, как я, со светлыми глазами, и у вас светлые волосы, либо русые, ну, в принципе, наверное, не знаю, вот смотрите, если вам нравится, как на мне, то, может быть, вам тоже подойдет. Мне и Иван вложили еще 5 лифлеток пробников. Я не знаю, за что. Ну, вот мне вложили и в приве. И сейчас я 1, 2, 3, 4, 5. Я их отдам своим клиентам, наверное. Вдруг кто-то захочет у меня заказать. Сейчас, кстати, хорошая цена. 1400 рублей за набор. Парфюмерная вода и в приве. Плюс лосьон для тела. Классно. Классно. А если вы зарегистрируетесь на первый заказ, у вас будет сразу скидочка. То есть очень хорошая цена. Этот аромат, очень хорошие отзывы. Там яблоко, ваниль. Очень интересно раскрывается. Жасмин на каждой коже. Skinfeel. Там есть специальный такой ингредиент, который на каждой коже индивидуально раскроется. Вот на мне он раскрывается ванильно, на ком-то больше фруктово, вот с яблочком. Сладкий, приятный, нежный аромат. Так. Поэтому пробуйте, почему нет. И бомба заказа, это лично для меня. Я не устояла. И у нас Avon скинул цены. Я сейчас вам по накладной скажу, сколько мне вышли эти парфюмы. Я себе взяла новиночку. Roll Some Tues, парфюмерная вода в линейке Artistic. Я нашла цену свою. Аромат мне обошелся в 1234 рубля. Я посчитала, что это хорошая цена. Хотя в комментариях мне писали, что этим водам цена там 600-700 рублей. Ну, если вы найдете за такую цену, я за вас буду очень искренне рада. Я вообще очень люблю радоваться искренне за людей. Вот, например, мне в свое время достались по выгоде в ароматах ароматы Artistic Magnolia по 200 рублей. Ну, конечно же, классно, правда? Ну, вот сейчас нет такой цены, нет. Ну, вот я решила, что мне хочется этот аромат за такую цену. Потому что они были 2500, там 2700, потом нам цену скинули до 1899. И моя скидка, и я решила так тому и быть. А теперь следующий ароматик, это Air Soul Free. Этот аромат я ждала в пробнике. Один заказ, второй заказ, и не приходил он мне. И вы знаете, вот не буду сейчас его открывать, а сниму специально отдельное видео, где мы откроем этот аромат и протестируем, и я вам расскажу про свое мнение. В общем, я сниму отдельно обзор на этот аромат. Ну вот да, вот буду я сегодня такая козюлька вредная. Ну, не всегда что-нибудь хорошее, правда? Я жду вас в следующем видео. Я сейчас его открою, познакомлюсь, похожу, может быть, сегодня денечек с ним. И, может быть, даже к вечеру уже сниму на него обзор. А почему бы, собственно, и да. И жду вас в своей команде. Проходите по ссылочке внизу, регистрируйтесь. Также жду ваши отзывы на все, что вы покупали или не покупали, или хотите купить. Я отвечу на ваши вопросы. А вам желаю отличного настроения всегда. Будьте яркими, будьте в хорошем настроении, здоровыми, излучайте бодрость. И знаете, что я такая бодрая? Я сейчас разговорилась. Я проболела все выходные. Мы всей семьей схватили ротавирус. Я пролежала с температурой, мне было очень плохо. Но он так хорошо прошел у меня буквально за 2 дня. И сегодня я с новыми силами, еще у меня день рождения у ребенка, как-то, знаете, прям все одно к одному, все очень хорошо. Вам посылаю лучики добра, тепла и позитива. Фух.